«Бесіди правічно» на телеканалі Рудана. Я вітаю усіх наших глядачів і вітаю у нас у студії Прозовірею Олександра Горовенка. Здравствуйте. Отець Олександр. Говоримо далі про виховання дітей, продовжуємо нашу тему. І я знаю, ви обіцяли нам поговорити про наказання дітей. Так, да, Будемо наказувати дітей, то ми всі їм подарки даримо та сочувствуємо. А взагалі можна наказувати дітей? Звісно, наказання це один із методів виховання. просто наказання буває різним. Ну, от зараз все більше говорять про те, що наказувати дітей взагалі не можна. Але ми знаємо, що, наприклад, Біблія говорить, що не шкодуй лозини да, для своєї дитини. Ну, да, таких два розпространених методи. Перший авторитарний коли дитина не хоче, його просто б'ють і фізично заставляють виконувати те, що від нього требується, второй метод длинних переговорів. ребенок упирается, ребенок не соглашается, потому что у него логика не работает. Проходит там полтора часа, его опять бьют, и все-таки он делает то, что от него требуется. Ну, как бы первый называется авторитарный, второй демократический, когда путем там, переговоров. Вот этот демократический, он возник с подачи психологов, детских психологов. Бенджамин Спок в Америке когда-то написал книгу о том, что детей наказывать нельзя, что это очень вредно сказывается на их психике, что они потом вырастают неполноценными и прочее, прочее. В принципе, американцы говорят, что эта книга разрушила Америку. Но лишь на самом сам Бенджамин Спок, как известно, закинчив свое життя, покинутые властными детьми. Ну, а так как Дайл Карнеги, как детей, друзей собрать, так и спок о детях, когда один брошен детьми, а другой остался без друзей. Точно mm -hmm. так же и здесь. Но тем не менее, вот он сделал эту революцию, переворот, и весь мир пошел по этой системе, что наказывать категорически нельзя. И более того, ребенку дали такие полномочия, что он может буквально своих своим родителям угрожать он угу. даже например в израиле есть такие случаи когда ребенок шантажирует своих родителей если ты мне это не сделаешь или не купишь то я позвоню куда надо и скажу что ты меня побил даже угу. если его не били и поскольку за это там большие штрафы это не просто ребенка заберут там, в какую-то там социальную службу за это налагаются огромные штрафы, и родители просто, если уже не из любви к ребенку, то из бескорыстной любви к деньгам, они готовы идти на какие-то уступки. И вот такой перекос ненормальный, когда изначально били, всячески унижали, ну, скажем, в древности ребенка в принципе не существовало. Говорят там, почему нет Евангелии воспоминаний о детских годах Иисуса Христа. Mm -hmm. Есть там Евангелие детства Иисуса Христа, но это апогриф. Почему нет? Потому что в те времена ребенка как личности не существовало, его вообще не рассматривали. Даже момент, когда молодого сына императора там, назначали кесарем. Давали ему титул кесаря, это было 5, 6, 8 лет, когда уже какой-то возраст прожил, и было понятно, что вроде бы выживет. Mm -hmm. То есть до этого возраста, даже как бы боялись что-то говорить о нем, как о будущем наследнике. И тогда был другой перекус: детей не замечали, о детях не разговаривали. Ребенок, в принципе, не существовал для общества до определенного возраста, до того возраста, когда он уже. Мог принять на себя какие-то функции. Сейчас другой перекос только ребенок. Вот ничего, кроме ребенка, все для него, все вокруг них. Даже есть такая дурная, совсем дурная идея, что жить ради детей. Угу. Это да. что-то такое неполноценное, когда у человека не, нет ради чего жить лично ему. Вот, говорят, жить ради детей, живут там воспитанием все для детей или все для внуков это категорически неправильно, потому что такой подход показывает, что в принципе человек-то сам по себе пуст и он может находить себя только в там, служении детям. Значение не властное житие свое да? Да, его не существует, существуют дети, которые рано или поздно нас разочаруют. Вот у них такая функция, миссия. Угу. нас разочаровать, кого-то сильнее, кого-то меньше, но тем не менее дети, они не будут жить так, как нам вот, кажется правильно. Они другие. И поэтому те, кто все для детей или для внуков, они рано или поздно будут разочарованы. Ну тут степень разочарования бывает разные. Кто-то доволен своими детьми, это счастливые люди. Угу. До старости как бы никаких вопросов, а кто-то разочаровывается там, когда дети уходят и у детей появляются собственные дети, то есть вот этот принцип наказывать, бить нещадно, э, ветхозаветный там, наказывая розгами, не жалей розгать для сына своего или еще одно правило, чтобы дочь не видела, как улыбается папа, то есть mm -hmm. дочь не должна видеть улыбки отца, один из видов таких строгого воспитания, так как правило воспитания, но ну, это сейчас абсолютно неприменимо, чтобы не сказать хуже, это вообще вот в таком подходе воспитания сейчас нет. Как вы выражаете, ваш рецепт быть или не быть и если быть, то на сколько быть? Однажды одного американского психолога, он против того, чтобы бить детей, угу. говорит, вот вы так противник бить детей категорически нет всяческие способы там наказания без наказания нельзя но вот физическое наказание он отвергал и говорит неужели вы никогда в жизни не били собственных детей он говорит я поднимал руку на собственных детей только в целях самозащиты ага. ну как это объяснить потому что можно объяснить и пятилетнего ребенка который ведет себя как-то mm -hmm. очень плохо что ударить его это самозащита в будущем, скажем, на будущее самозащиту заложил. Но легче всего сказать, что детей нельзя бить. Как бы современная психология говорит, да, детей бить нельзя. Но без наказания ребенок быть не может, потому что наказание, понимание наказания заложено в нас. Оно есть как следствие нашего неправильного поведения. Однажды 7 лет мальчику он Хотел вскрыть себе вены. Ножом угу. остановили, поймали. На сеансе гипноза пытались объяснить, с чего вот такое. Оказывается, что в 4 года он ткнул в маму вилкой. Не больно, ну, кровь появилась, как бы. Ну, как-то больно, все-таки ему болело. Маме болело. И он 3 года ждал от этого наказания, ну, где-то там внутри. но он, может, и не мог сформулировать. Но поскольку наказание не приходило, он решил сам наказать того, кто ранил его маму. А поскольку это был он сам, то он чуть ли не сделал вот суицид самим собой. Поэтому без наказания детей невозможно вообще какое-либо воспитание. Только наказание должно быть грамотным. Ребенок должен знать, за что его наказывают. Наказание не имеет права быть за что-то неосторожное например mm -hmm. случайно случайно ребенок что-то сделал его наказывать в этот момент не имеет смысла потому что он в этом не виноват наказание должно быть оговорено ну к примеру пришли к бабушке ребенок не хочет уходить первый mm -hmm. момент дать ему по одному месту и сказать идем все дернуть за руку и пошли Второй момент с ним договариваться. То пошли по, придем потом. А, а вот я тебе куплю, а я не куплю, а, та, пожалуйста, та, ты должен слушать и прочее, прочее. То вот в этом случае надо оговаривать, что будет, какие будут последствия в случае непослушания. Ты как бы знаешь своего ребенка, ребенок просится в магазин: возьми меня в магазин. Хорошо, я тебя беру в магазин только при определенных условиях. И мы объясняем ребенку эти условия. Какие они? Что мы делаем в магазине? Мы покупаем только по списку. Ты можешь там посмотреть на игрушки, но не больше. Там, или выбрать себе что-то за 10 гривен. Как бы. Заранее треба да, говорить с дитиною и саме те, каким будет покарание, если она И при том, что у нас есть огромный недостаток мы выкрикиваем свои угрозы впустую, мы их не выполняем. То есть, если взрослый сказал, что я сделаю вот это, он должен это сделать. То есть, mm -hmm. если ты обещал даже наказывать, то ты должен выполнить свои обещания, потому что в противном случае твое слово перестанет вообще как-то котироваться. Оно девальвируется полностью, и твои угрозы будут просто нулем для ребенка, в принципе, как и для тебя самого, когда мама там в, в, в доме, возле дома играет ребенок, она орёт, я сейчас тебя там, потому что ребенок что-то делает, то ли кричит, то ли не заходит домой уже долго, то ли еще что-то, и кричат угрозы. Угрозы mm -hmm. совершенно пустые, потому что и ребенок знает, что мама так не сделает, и мама так знает, что она так не сделает. Не кажется, что тут страждает не только авторитет батьки, если они не выполняют то, что они пообещали, А насправді страждає те, що в дитини не формується, якби оця система цінностей да, правильно, тому що вона знає, що а я так зробила, нічого не було, значить, я можу робити це і далі. І от оця система цінностей вона просідає, і дитина не може зупинити зрозуміти, де, де от як правильно все таки себе вести. Так, да, В нас виникає потім потом поняття або розуміння того, що закон не працює. Є угу. зелений світофор. На него можно ехать, на красный нельзя. Но если очень надо, то гаишники, если спешат на обед, подъехал красный, ему включился. Он включает мигалку, mm -hmm. проехал и поехал дальше, потому что ему надо покушать. Это его в детстве очень много ему угрожали, но не били. Вот такой пример, когда много мы кричим ребенку, что я тебе сейчас, а дальше ноль, дальше пустота. І можна увідіти, навіть по ребенку Он не, не, не шевелиться. Він слышит угрозу, і вони пролітають мимо. А угрози серйозні. Ну він напевно тому і не ворушиться, тому що знає, що нічого не буде. Совершенно і власне я. це напевно і формує те суспільство, яке ми маємо зараз. Ми бачимо, що в нас люди не бояться робити якісь протиправні дії. бачимо, щоб закон працював. От недавно знайомий жена у не рак. надо сделать какую-то процедуру. Процедура в клинике в Киеве бесплатная, mm -hmm. у нас медицина бесплатная. Перед процедурой ему дают, говорят, 9 тысяч добровольные пожертвования. Он говорит, mm -hmm. ну дайте мне чек тогда. Нет, это добровольные пожертвования. И понятно, mm -hmm. что если он сейчас с ними встанет воевать, ему скажут, а, бесплатная медицина, ну давайте будете на февраль на феврале, mm -hmm. в понедельник, 13 mm -hmm. числа, в 9 утра. А ему сейчас ее надо, потому что это жизненно важно. И он платит эти деньги, потому что закон не работает. Мы как бы с этим привыкли, и когда закон начинает срабатывать, мы удивляемся. Как так? Ничего mm -hmm. себе, закон приняли, и он работает. Или его приняли, и он работает только для тех, кто его принял, то есть для самих депутатов. Это обычное явление. Это показывает нам, что мы с детства, в принципе, не понимаем, что есть правила, которые нарушать нельзя. И вот мы вначале там говорили, что всегда должны быть границы. Наказание ⁇ это такого своего рода граница, когда ребенок знает, что дальше санкции будут. Вот об этих санкциях надо всегда оговаривать, надо оговаривать их спокойно, надо выполнять их без гнева. То есть, когда mm -hmm. приступ гнева, и ты психуешь, наказывать нельзя. Надо ребенку объяснить, что хорошо. Например, двое детей. Один обидел другого. Mm -hmm. Обычно мама забегает, или папа, и говорит виноватому. А если тебя так? Тебе бы было до... хорошо, как бы сразу примеряет на него вот эту ситуацию на самом деле надо не так, надо пожалеть обиженного, угу. а тот, кто обидчику промолчать и дать понять, что я запомнила, я вижу и подумай над твоим поведением, как ты будешь наказан. И через несколько часов этот ребенок будет рад наказанию, потому что он знает, что он поступил неправ. А мы обычно сразу принимаем сторону, которая обиженная, не разбираясь, почему угу. так произошло, зачем. Потому что своя правда есть и у того, и у другого. Мы сразу сравняли двух, а они разные. И сразу в нас вылетает наказание в виде гнева. Вот в момент гнева наказывать плохо, потому что мы не способны контролировать свою реакцию. Если человек не может вот, спокойно реагировать на нарушение каких-то правил, он должен подождать. Нельзя наказывать сразу. Ну, от вы говорите, что мы наказали, и они разные. І це насправді важливо, мені здається, тому що от різна система покарань може бути для різних дітей. Да? Для те, що для однієї дитини працює, те може не спрацювати для іншої дитини. Але як правильно вибудувати цю систему покарань, щоб ну, не травмувати дитину, що не можна переступати? Наприклад, є категоричне правила. Ніколи не наказувати ребенка при три лицах. ліцах. Нікоди не можна наказувати ребенка во дворі. То есть в гневе, на улице. при третьих особах, да, в да? Гневе, на улице, mm -hmm. в школе, при, при других детях, mm -hmm. при других это вообще эта травма ему настолько сильная, что ты вообще не будешь для него авторитетом никаким. Э, нельзя наказывать при людях. Это всегда должен быть индивидуальный разговор. Когда приходится бить ребенка, э, ну бывают такие случаи. Я я противник бить детей, но если уж кому-то очень сильно хочется, никогда нельзя бить по лицу. То есть, когда мы ребенка наказываем, мы должны понимать, что перед нами личность. Это не просто вещь, которую мы рожали. Это mm -hmm. личность, которая не я, она другая. Она имеет вот привилегии, все привилегии как mm -hmm. как личность. И права заключенных также должны соблюдаться точно так же, mm -hmm. как и вот наши, наших детей. Мы, например, в гневе, когда нам показывают репортаж, когда в тюрьме там плесень на стенах, вода, ужасная еда, ужасные условия, содержание преступников. Они преступники, они приступили закон. Но мы противники того, чтобы их вот таким образом унижали. Хотите закрыть, закрывайте, закройте в нормальном, как бы в нормальных условиях. То же самое касается детей. Наказать надо, но ну, раз надо значит надо. Но нельзя наказывать, унижая их человеческое достоинство. Это очень частый недостаток наш, когда мы с ребенком выясняем отношения при людях. Такого вообще категорически нельзя допускать. Это все должно быть за закрытыми дверями. Это здесь, например, уместно сказать, что ссор нельзя выносить из избы. Это именно тот ссор, который не надо выносить из избы, потому что. Ребенок это личность, которая хочет иметь уважение. И когда его наказывают при друзьях, он понимает, что они будут потом смеяться над ним. Ему придется mm -hmm. как-то обыгрывать эту ситуацию, обыграть ее без вранья в сторону своих родителей, какой он хитрый, как он ловко обманул, а он бы получил еще сильнее, если бы он не соврал. И прочее, прочее, ему приходится выкручиваться, унижая собственных родителей. И к этому mm -hmm. приводят те же родители. Поэтому вот такое правило ⁇ не бить по лицу вот ⁇ ну такое только не в лицо, оно смешно звучит, но это правило ⁇ не наказывать в гневе, не наказывать при третьих лицах ⁇⁇ это железобетонные правила, которые должны всегда соблюдаться, потому что они оставляют в наших детях понимание, что они личность. Да, мы понимаем, mm -hmm. что мы... Мы наказываемся, мы сами приступаем к закону, мы нарушаем заповеди. Вот, то есть mm -hmm. если взять нашу жизнь и сравнить ее с заповедями Нового Завета, то не знаю, как нас надо наказывать. Поэтому мы требуем к себе снисхождения в качестве, когда и, идем на исповедь на ту же. То же самое касается и детей. Надо понимать, что здесь нужен, во-первых, индивидуальный подход, как вы сказали, разные дети нельзя. Одним и тем же детям наказывать одинаково. Для одного постоять в углу это как бы веселые приключения, для mm -hmm. другого это казнь. Для одного уйти в другую комнату, ну, наконец-то меня освободили, а для mm -hmm. другого это он, он не может быть в другой комнате. Для него это действительно какая-то страшная кара. Поэтому в наказании это всегда индивидуально и никогда в гневе. Это всегда должно быть рационально. Ну, это чаще касается женщин, потому что вроде бы. Хоча мужчини до би себе контролювати. Дякую вам за сьогоднішню розповідь. Думаю, що це насправді дуже важко навчитися правильно карати своїх дітей, тому що їх жалко, але їх і хочеться і виховати. Тому ну, хочеться побажати нашим глядачам мудрості в цьому. Бог нам в допоможі. ангела хранителя